Владивосток, 10 сентября 2022 года. Владимир Клавдевич Арсеньев с дочерью. Стене какая-то памятная доска, так скажем. Что там? В этом здании, в библиотеке общества изучения Амурского края, в октябре 1890 года работал известный российский писатель Антон Павлович Чехов. 1860 год, 1904 год. Вон как оказывается. Такая здесь территория. Еще один памятник, пока еще не открыт, находится на фуникулере, так скажем. Двадцать минут первого во Владивостоке.
памятнику можно пройти вот через эту калитку. В театре-то кукол показывают. В Уральском сквере сейчас какое-то мероприятие проходит. Мероприятие уже закончилось. Что-то там тишина. Здесь вот малый ГУМ. Ну, хотя от малого ГУМа там, наверное, мало что осталось. Сейчас только название, а так там бутики, наверное, всякие разные. На верхней площадке спортивной набережной не так давно построили новый скейт-парк. Ну, здесь не только на скейтах катаются, также катаются на самокатах. Thank you.
здесь в шатре играют в шахматы. Спортивная набережная, набережная спортивной гавани. Здесь амфитеатр такой. Иногда здесь проходят мероприятия, небольшие концерты. Что-то расставили куклы. Малыши собрались. Здесь что-то собаководы собрались. Онлайн-парк Теле2. Помните, какая раньше была связь, то почем, как говорится, минут одно слово тоже надо написать. Мы переходим с вами к пятому вопросу. Кто скрыт? Если кто-то помнит эту рекламу, новогодняя реклама была. Но я вам подскажу, может быть, это не человек. Что-то там происходит, короче. Переходим к своему шестому вопросу. Что скрыто? Прогулочная часть все еще на ремонте, на реконструкции. Что-то никак все не закончат там работы. Сегодня тепло. Народ загорает.
турбинка работает. Катамараны, лодочки. Третий час. Техника, работающая, конечно, портит атмосферу, но ничего не поделаешь. Там идут работы. Наверное, плитку укладывают. Пойдем прогуляемся до Тигра. Такой вот тигр. Там наверху музей Владивостокская крепость находится вверх по лестнице. Люди фотографируются с новым арт-объектом. Но вот тигр изготовлен из железок, которые подняли с морского дна. Открытие этого тигра было 8 сентября 2022 года. Чайки в небе. Данил!
стиль. Морем пахнет.